Продолжаем информбюро. В Карагандинской области на шахте погиб рабочий. 34-летний мужчина стал жертвой несчастного случая на производстве компании ArcelorMittal Темиртау. Но умер он, как оказалось, не на своем рабочем месте. Подробности этой истории и других происшествий в нашем кратком обзоре. Оказалось, что 34-летний Рустам Куджанов в тот день получил наряд на другой участок работы, однако коллеги попросили его помочь поддержать стойку. В итоге его голову зажало между этой стойкой и оборудованием. Горняк скончался на месте. Мужчины остались жена и сын, которому не исполнилось и года. В ArcelorMittal Темиртау подтвердили факт гибели рабочего и сообщили, что создана государственная комиссия для расследования. Настоящее огненное шоу поневоле устроил водитель фуры на трассе в Акмолинской области. Во время движения у него загорелся прицеп, груженный автомобильными шинами. Сам водитель пожар заметил не сразу. К счастью, никто не пострадал. В Павлодаре 73-летнего пенсионера приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонию-поселение он отправится за то, что сбил на трассе сразу 3 человека из одной семьи. 2 родных братьев 27 и 33 лет погибли. Их отец спустя 4 месяца все еще в тяжелом состоянии. По данным гособвинения, пенсионер превысил скорость. Помимо реального срока, он должен возместить моральный ущерб семье – 11 миллионов тенге.